Хотела поделиться с вами одним очень интересным видео про погоню в нашем городе. В общем, действие развернется вот здесь вот. Это наш магазин «Миома» и «Медиамарт». Сейчас уже, конечно, вот эти вот штуки железные восстановили, но в этом видео они будут полностью снесены машиной. Ну, в общем, посмотрите и сами все увидите. В общем, сейчас это дорога, которая идет с Голландии в Германию. Вот с левой стороны магазин медикаментов, где я закупалась недавно. И впереди едет бусик. Его голландец угнал, и за этим бусиком гонится голландская полиция. Вот это уже сейчас заезжают они в Германию. Вот уже магазин наш XXLutz. Тут подоспевает немецкая полицейская машина, но ему все пофиг, он в танке. Он объезжает. Тут уже голландская полиция стоит, но ему все равно, он вот бело проезжает. И голландская полиция врезается в машину. Нет, вы посмотрите это еще раз. Двух удар. И она дальше поехала. Ей пофиг. И вот он завернул на Парклац, на стоянку в магазине. И вот как раз то место, где я вам показывала в начале видео. Там стояли железные столбы, чтобы не могли машины проехать. Он уже их снес и поехал дальше. Видите, столбы уже сломанные. И вот они его сейчас снова ищут. Где же он делся? А он свернул в лесок. И здесь-то они его и поймали, в этом лесочке. Ну кто ж там оказался преступником? Преступник вооруженный очень опасен. О, собака даже у них. Где же этот суперопасный преступник? И вот он преступник. Столько машин, столько полицаев. Вот такое случилось в нашем городе. Ну, еще раз всем большой привет. Я приехала в магазин «Росман». И посмотрите, в магазине «Росман» на этой неделе 20% скидка на продукцию от фирмы «Лавера». Здесь и крем для рук, и крем для лица, и многое другое. Также мыло, посмотрите, по скидке 49 центов. Очень большой выбор. Так, здесь у нас что? Вот такая лопаточка. Давно на нее смотрю. Деревянная, длинненькая. И как раз оценили 2 евро всего стоит. Новые бутылочки завезли. А она идет как будто соломинкой. Ага. Ну, не очень удобно, мне кажется. И цвет такой не очень, конечно. И смотрите, книжечки. Пузика типа котенка. Ну, конечно, на котенка не похожа. Ну, вот барашка более-менее похожа. И Нивея тоже по скидке. 20% вся продукция от фирмы Нивея. Крем для лица, для тела. Посмотрите, какой парфюм продается. Ну чего только не придумают, а. Кощей Бессмертный над златом чахнет. И вот такая вот упаковка у него. 20 евро стоит такой парфюм. Или вот посмотрите, за 17,99 как микрофоны парфюмы стоят. Такой микрофончик. И вот настоящее сокровище от Гарнье, тоже все по скидке, по ура 99. И маски, и шампуни, и ополаскиватели для волос. А, кстати, вот сухой шампунь от Батисты тоже мне надо. Такой у меня уже был синенький, очень понравился мне. Ну, теперь возьму вот такой вот, цветочный, 3,33. Тут, посмотрите, тоже духи от Мэкс все распродается. Было 15 евро, сейчас стоит 12 евро. Опять зеленые ценники, все распродают, хотя сегодня четверг.
и тут распродает всю бижутерию. 20% на все. Браслеты, кольца, цепочки. Ого, какое колечко. Такими убить можно. Такие симпатичные. Все в синем цвете. Чего только нету. Здесь все уже в золоте, типа. Вот это интересно очень, это мне нравится. Симпатично. И стоит такое колечко 6,95, ну, учитывая скидку, где-то около 5,5 евро будет стоить. А это уже серебряные колечки, такие аккуратненькие, нежненькие. Прям одно лучше другого, тоже 20% скидка на серебро. Скорее всего, на ногу, наверное, браслетик на ногу. И очень много масок тоже по скидке, смотрите. Куча-куча масок и куча-куча скидок. Снова зеленые ценники. Никак не могут распродать этот крем от Гарнье. Уже четвертую неделю стоит. О, Диоры тоже, смотрите, распродается. Вот это классная штука, мне она очень понравилась. Я, наверное, возьму сейчас ее, 3,50. От Исаны все продукты по скидке. На этой неделе неплохие скидки, прям все почти поуценяли. Вот это масло мне очень нравится. Тоже сейчас по скидке стоило 2,75, сейчас 2,69. Ну, в принципе, 10 центов. Ну, классное масло, мне нравится. Альтера тоже распродается, но, как я уже сказала в одном из своих видео, Альтера это не мое. О, здесь тоже появился такой тоник с аха-кислотами. Только в Дэме он был, уже в Росмане тоже он есть. Буду знать. Вот такой тоник тоже мне надо. Куда новинка появился синенький. А, это для чувствительной кожи. Но я возьму зелененький. Мне зелененький больше всех нравится. 2,99. Появилась какая-то новинка, водный спрей для тела, в общем, с лимончиком, тоже с лимончиком, с кокосом и арбуз и личи, ойра 49. Я, если честно, не понимала, для чего нужны эти спреи, поэтому пойду-ка я дальше. Ага, вот такой гель как раз против пятен мне нужен, тоже идет сейчас по скидке, ойра 66, так он стоит, по-моему, ойра 99. Так что я возьму вот такую вот бутылочку этого геля. Так, какие-то новинки тоже появились. Гель для душа 49 центов. Ягодный, какой-то зелененький. Ну вот, возьму ягодный. Смотрите, какая красивая туалетная бумага. Тропическая. Какаду, попугаи, лианы, ананасы. Интересный дизайн. И цена ура 99, новиночка. Кто-нибудь пробовал уже вот такие вот новиночки? Тут-то я все никак не могу решиться. Вот эти я пробовала, мне не очень понравились. И цена у них, и вот эти вот тоже какие-то новые, но что-то я еще не решусь никак их попробовать. А это как раз те стаканчики, которые я недавно выставляла себя в Инстаграме. Кто не подписан на мой Инстаграм, подписывайтесь. Вот такая баночка, а внутри три продукта. Там один лосьон, одно молочко с SPF-фактором 20 и одно молочко с SPF-фактором 30. И цена 4,49. А здесь детские продукты. Всякие шампуни, гели для душа, для ребятишек. Посмотрите, какой-то новый появился, лимитированная коллекция. Медвежонок. Такой голубенький цвет у него, с пантенолом. Тут, наверное, был голубенький для мальчиков, а вот это для девочек. Розовенький фламинго, тоже с пантенолом, 300 мл. И цена 99 центов. И вот начинается отдел с игрушками. Тоже чего только нету. О, ого, и на игрушках, оказывается, бывают зеленые ценники. Смотрите, какой зайчонок симпатичный. С рюкзачком. Или вот такой синенький, без рюкзачка.
Но все, нужно уже потихоньку двигаться к кассе. А здесь у нас такой еще отдел с витаминками, с БАДами. Это вот шипучие таблетки, которые нужно в воду кидать. Ну, в общем, вот такой вот небольшой отдел. И здесь у нас чай. Тоже по скидке 79 центов. Очень большой выбор чая. Ну все, я пошла к кассе. Увидимся на улице. Ну, свои покупки я уже показывать не буду. Я, в принципе, показала все в магазине и цены. Единственное, хотела сказать, что на кассе лежит такая тетрадочка. И посмотрите, здесь написано, что 3 купона внутри. И я открыла и обнаружила, что здесь 3 купона. И один из них вот на эту масочку. Я ее покупала уже по телефону. Но так как по телефону ты можешь купить только один раз по Росман Ап. В общем, одну покупаешь и вторую получаешь бесплатно от фирмы Санат с гиалуроновой кислотой и с алоэ вера. И сейчас я еду еще на почту. Мне нужно выслать вот столько 6 заказов. Так, ну я уже выезжаю с почты сейчас. И еду домой. Такая движуха. Час пик. Всем надо домой. Пропустим дяденьку. Выезжай, 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 выезжай. Выезжай, выезжай, белый конь, не бойся. Я сегодня добрая. Кстати, к нам приезжают карусели. Висит объявление на столбе, если вам видно. Карусели в мае. С 10 мая по 14 мая. 4 дня. Лишь бы погода была хорошая. Короче, мне надо доехать до круга, развернуться и поехать в противоположную сторону, потому что там нельзя разворачиваться. Сейчас я заезжаю на круг. Делаю круг. И в противоположном направлении двигаюсь домой. Люблю покататься по кругу, понимаете? Это еще велосипедистов надо смотреть. Вот я заехала на круг. Делаю круг. И выезжаю снова. Светофор красный, надо ждать. Ах, почему, почему, почему? Мой светофор зеленый. Вот в эту сторону уже нету штау, нету пробки. Смотрите, с этой стороны была большая пробка. До сих пор сейчас большая пробка. А у меня все свободно. Опять зеленый светофор. Повезло. Бензин 148 у нас сегодня, дорогой. До конца недели обещают до 27 потепления. Будет очень жарко опять. Так что погода радует. Ну все, уже финишная прямая до дома. Вот эта улица, вот это дом. А вот этот рододендрон, что я влюблен. Ну, жалко, что вот эти еще не распустились, кусты. А вот эти уже распустились. Так бы очень красиво было бы. Ну, впрочем, я уже об этом говорила. Ну, какие у нас огородные новости? А что вам хочется узнать? Новостей, когда ждать огурцов и помидор? А? Погоду надо спросить. Как она будет у нас? Погоду?
Привет. Алло. Сейчас хочу маленько почистить. Что-то уже этот кустик пошел, да? Или это другие какие-то... Нет, кустик пошел. Да, куда быстро. Быстро пошел, кустик ничего. Хороший. Ага. А все, уже георгинчики пошли, вон все уже выходят. А, точно. Шафранчики подросли. Слава Богу, Саша. Тюльпаны как долго стоят, да? Ну, я сегодня маленько обрезала уже. Да? Ой, Сымик, Сымик, ты здесь, что ли? А? Малинка начала скручиваться, я ее там да. Подделала. А что, вы Сымика вывели, да? А я не вижу, кто тут прыгает сзади. Сэмми! Сэмми, ёшкин кот, ты почему не здороваешься? А? На тебе мячик. Пугалась, я думала, там прыгает сзади. А это Сэмик, оказывается. Муравьев? Еще не вечер. Еще не вечер. Это, тут маленькая соль действует, и вот это вот что. Mm-hmm. А что это? Ну что ты, жарко тебе? Жарко тебе, малыш. Привязали тебя тут, как собачку. Да, а ты и рад. А ты и рад играться. Тебе лишь бы играться. Надо маленько промыть.